Всем привет, меня зовут Юля и добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее видео — это первое видео на тему Хэллоуина, и сегодня я буду повторять образ Красной Королевы из самой любимой моей книжки детства «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Хочу сказать сразу, что этот образ я буду интерпретировать по-своему, и некоторые особенности я не буду повторять, и, конечно же, как вы могли уже догадаться, я не буду повторять брови Красной Королевы, потому что у нее очень тоненькие черного цвета брови, и они у нее находятся прямо на лбу. Вот, но мы хотим, конечно же, выглядеть красиво, поэтому я решила не экспериментировать с бровями, поэтому просто накрасила брови, которые я крашу в повседневности. Ну, разве что я сделала их немного пошире и чуть-чуть длиннее. Вот, так что приступаем. Я уже нанесла тональную основу от фирмы L'Oreal Infallible номер 110. Также я нанесла консилер под глаза от фирмы L'Oreal, также их линии Infallible номер 324. Ну а брови я стандартно накрасила цветом эспрессо от фирмы MAT. Ну а весь макияж я буду делать палеткой от фирмы Morphe Boss Mood M35. У Красной Королевы глаза накрашены голубыми тенями, но, к сожалению, голубого цвета, не синего цвета в этой палетке нет, но здесь есть цвет Grape Expectation. Это такой вот фиолетово-розовый оттенок с небольшим перламутром, и я думаю, что он прекрасно нам подойдет.